Добрый день всем подписчикам и зрителям моего канала «Одесса», 24 сентября. На данных кадрах вы видите сбитый впервые за все время войны беспилотник иранского производства «Махаджер-6». Этот беспилотник является многоцелевым ударным дроном, предназначенным для разведки и огневого поражения. Беспилотник способен нести до 4 высокоточных боеприпасов. Максимальная скорость 200 км в час. «Махаджер-6» имеет максимальный взлетный вес 600 кг, полезную нагрузку 100 кг, продолжительность полета 12 часов и максимальная высота полета 5400 метров. Также хотел бы напомнить, что вчера Одессу атаковали дроны «Камикадзе» под названием «Шахид-136». Один из дронов попал в административное здание в районе порта, вот другие дроны удалось сбить. Два человека погибло, два человека ранены и сильно повреждены жилые дома вокруг данного административного здания.